Почему мы платим за газ больше всех? Почему наша молодежь, которая кончает высшие учебные заведения по специальности нефтепереработки и газа, не получает работу? Почему наш обком поджигают? Вот на единственный вопрос Аким сказал: я ваш обком не поджигал. Обращайтесь в прокуратуру и суды. Понимаете, вот это. Зал был забит полностью, но рядовых граждан туда не пустили. В детских садах мест нету. То есть, а строят дороги. Сколько людей? Да, дороги вот. Одно горит только УДП. УДП в день собирает по автоматам и камерам. Незаконно. Половина. Прошу заметить, незаконно. Могу это доказать. И вообще депутатов не надо выбирать. Миллион в день собирают с видеокамер. И не могут отремонтировать дороги, не считая, что мы платим соцналоги и так далее, и страховку. Очередной обвал тенге в Казахстане еще раз доказал и нам, казахстанцам, и всему миру, что сырьевой источник роста экономики — это выгодно только для власти, для олигархов, но не для простого народа. Уважаемые горожане, сегодняшнее ваше мероприятие, пикет, это незаконно. Конституция, 18-ю статью читали? Как вас зовут? Конституция, Аслан Бек. Конституцию читали, 18-ю? Да, читали. Вот то, что под законы актуально. Егерде сроктарыңыз болса, қалалық әкімдікке жүріңіздер, барып сөйлесек. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пойдемте в городской акимат, большой зал. Аслан Бек, секундочку. Я всего лишь хотел вас предупредить, да, ну раз вы предупреждаете, что у нас якобы незаконно. Я хотел вам напомнить о том, что есть статья 145 Уголовного кодекса Республики Казахстан, это нарушение равноправия граждан. Я вас просто предупреждаю, чем для вас грозит, что прямое или косвенное ограничение прав и свобод гражданина, да, по мотивам его убеждения, места жительства, расовой принадлежности, наказывается штрафом в размере от 300 до 300 месячных расчетных показателей, либо исправительным работам в том же размере, либо привлечением к общественным работам, да. И то же деяние, совершенное лицом с использованием служебного положения, то есть вами, в данном случае, наказывается штрафом в размере до 500 месячных расчетных показателей, либо запрет заниматься определенной должностью деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Это вот я вас просто предупреждаю, что есть уголовная статья применительно к вам. Кроме всего прочего, я вас предупреждаю, что есть еще такая статья, как воспрепятствование мирному митингу, да, сейчас скажу, как правильно звучит, воспрепятствование... Воспрепятствование ходу проведению мирного митинга, в данном случае тоже со стороны вас. Мирный митинг – это право нам дано Конституцией, международным пактом, который Казахстан ратифицировал. И тот закон, на который вы ссылаетесь о порядке проведения мирных митингов, на самом деле он подзаконный акт, да, то есть он не может быть выше Конституции. Поэтому, извините, вот ваши требования, оно здесь, наверное, будет не совсем уместно. Вы можете, да, как бы четко сказать? Государственной властью является народ, народ осуществляет непосредственно всю эту власть. 18-ю статью Конституции прочитайте. Аслан Бек, поэтому выучите закон, пожалуйста, Конституцию почитайте внимательно, да, вы увидите, что на самом деле... Поэтому здесь нету мирных пикетов. Здесь все без оружия. Знаешь, он не знает это. Асланбек, если против повышения цен есть какие-то вопросы, пойдемте в акимат. Да не только повышение цен, это же речь идет. Это же всего лишь так, как бы один из полных. Асланбек, посмотрите внимательно то, что здесь происходит. Мы здесь с вами дискутируем. Но посмотрите вот то, что здесь происходит. Люди сюда пришли не из-за того, что только девальвация произошла. Люди же видят, что происходит в стране. Это разгул коррупции, да? То есть, начиная от детского сада до похорон, то есть всю жизнь нас сопровождает коррупция. Посмотреть на эффективность деятельности власти, вы увидите, что здесь на самом деле больше вопросов. Говорит, у нас кризис. Где-то в Америке, понимаете. Кризис, когда наша нефть, наш газ и продаем за границу больше ценой, а нам надо бесплатно дать. Нет, по-моему, ушаемся.